Вот эта борозда, которую каждый из нас встречал в лесу, называется минерализованной полосой. Это участок земли, очищенный до минерального слоя почвы. Таких в Богородских лесах сделано около 250 километров. Это лишь одна из противопожарных мер. Помимо этого, например, местным жителям раздают памятки. Мы хотим вручить вам памятки по пожарной обстановке на сегодняшний день. Здесь прописаны номера телефонов. Если какие-то вопросы будут, обращайтесь в районное лесничество или к местному лесничему. Живем-то прямо в лесу. Видите, впереди и сзади кругом один лес. Они заботятся о нас, лесники, ну и пусть о них государство побольше заботится. И мы будем им помогать, да, в этом. И выполнять все, что здесь стараться, по крайней мере, будем. Богородские леса готовы встретить гостей. Здесь установлено 62 информационных стенда и 37 шлагбаумов. Они закрываются, когда устанавливается высокий класс пожароопасности. Восстановлено 4 подъезда к водоемам для забора воды и даже оборудованы специальные места для отдыха грибников. Облагораженное место отдыха проводится ежемесячно, да, то есть в связи с тем, что идет грибной сезон, грибы и ягоды, то есть очень много посетителей в лесу. Отметим, что с весны в Богородском районе не было ни одного лесного пожара. Ксения Трусова, «Время новостей».